Александр. Сегодня мы на Бали, открыли новое направление по спорту. У нас это будет серф, это тоже спорт, который очень хорошо проходит по визам в Иван, и люди хорошо получают визы. Расскажи об этом подробнее. Ну, как правило, многие, кто начинают именно по этому направлению спорта, начинают именно здесь, на Бали. То есть конечная цель – это уехать в Калифорнию, потому что там волны намного выше. Да, там намного интереснее. Оттуда пошла вся культура серфинга, это Калифорния. И очень хороший аргумент, почему люди подаются на Бали и почему они едут в Калифорнию. Также статистики по Бали очень маленькие, там всего 11% отказов. И для граждан СНГ это прям свет в конце туннеля, когда можно нормально получить визу, отдохнуть и работать в этом направлении. Для многих граждан СНГ виза в Индонезию не требуется. Это является несомненным плюсом. Да, заполняется в электронном виде, и можно спокойно сюда въезжать. Тут очень дешево. В общем, это супер вариант, который мы для вас нашли. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usa-visa, последняя буква z.com. Всего доброго, пока-пока. Всем пока.